Кораблик! Однажды семья отправилась в круиз на корабле. Поторопитесь, корабль скоро отчаливает. Папа, я уже тут. Я тоже уже тут. Все в сборе. Ну что же, отправляемся. Мы поплывем на вон тот далекий остров. Ура! Приключения! Приключения! Какая хорошая сегодня погода. Да, просто идеальная погода для круиза. Море такое гладкое и спокойное. Да, это значит, что мы доплывем хорошо. Мам, смотри, там рыбки в воде. По волнам, по волнам, навстречу едем чудесам. Папа, пап, нам долго еще ехать? Нет, малыш, осталось совсем недолго. Точно? Наш остров уже совсем близко. Сам посмотри, он приближается. Я тоже вижу. Мам, мне кажется, я голодный. Хорошо, я дам тебе что-нибудь перекусить. Яблоко! Яблоко? Хорошо. Ура! Сейчас, малыш. Ура! Как хорошо, что мы взяли с собой яблоки. Держи, малыш, вот твое яблоко. Спасибо, мам. Ой, малыш, твое яблоко! Зачем ты бросил его в воду? Ну, мне не хочется доедать. Я и выбросил. Безобразие, кто это тут намусорил? Ой-ой-ой-ой-ой, море рассердилось, держитесь крепче. Ай-яй-яй-яй-яй, я сейчас все исправлю. Нам нужно выловить яблоко из воды. Я поймаю его на удочку, и все исправится. Так, забрасываем. Да-да, да, забрасываем удочку. Море, прости, не хотел. Ой, не могу поймать, слишком сильные волны. Море очень сильно рассердилось. Очень рассердилось. Ничего не получается. Ой, смотри, я подцепил. Ты вытащил огрызок. Мы настоящая команда. Да-да-да. Кажется, буря стихает. Малыш, ты же понял, почему море рассердилось? Да, я все понял. Я больше не буду мусорить. Если бросать мусор в воду, море может рассердиться. Молодец, малыш, я горжусь тобой. И я рада, что ты усвоил новый урок. Море, прости, не хотел. О-хо-хо, смотрите, мы почти приплыли. Да, приключения продолжаются. Пойдем скорее исследовать остров. Сегодня малыш увидел много интересного, а также оказался в морском приключении. Он выучил новый урок, что природу нужно беречь и не бросать мусор. Секретный рецепт. А вы знаете, какие фрукты растут на островах? Сегодня я вам расскажу. Устраивайтесь поудобнее и смотрите. Мы узнаем новые фрукты и их цвета. Готовы? Тогда поехали! Первый фрукт – банан. Он желтого цвета, и чтобы его съесть, нужно снять шкурку. А еще он похож на месяц, не правда ли? Манго – зелено-розовый. Он очень нежный и очень вкусный. Внутри он желтый и сладкий. Авокадо – зеленого цвета. Он очень мягкий, как масло. А еще у нас остался кокос. Он коричневый, тоже круглый, а еще у него внутри молоко. Ешьте фрукты, приятного вам аппетита! Thank you.